Пожалуйста, досмотрите этот видеоролик до конца. Там все будет. Все будет, как построить себе эту базу. Ребят, всем привет! Сегодня в этом видеоуроке я вам покажу, как построить себе секретную базу. Ну и что, погнали, ставим лайки, подписывайтесь на канал. Всем приятного просмотра! На моей первой этой базе рассмотрим всю схему, как я это все сделал. А потом пойдем на вторую, я вам покажу, как это сделать. И, пожалуйста, досмотрите это видео до конца. До конца досмотрите. Там все будет. Это у меня лампа, чтобы темно не было. Ребята, это видео будет длиться где-то 25 минут и 52 секунды. Потому что я вам буду на второй базе показывать эту всю схему и как построить. Ребят, ставим лайки, подписываемся на канал, нажимаем на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. И вот, ребят, у некоторых не получается закрывать, как правильно вам сказать. Ну, вот видите, возле дерева рычаг, но у меня там закрыт. И оттуда у некоторых не получается закрывать, або у некоторых не до конца закрывается. А это все видеоурок для вас. Видите, у меня все получается. И изнутри... И середины. Изнутри и середины все получается. И я буду строить вторую базу и буду вам показывать эту всю схему, объяснять. Всем приятного просмотра. Вот, ребят, сейчас я буду ломать все вот эту, что я закрывал. Видите, так, вот здесь давайте. Сейчас я буду ломать эту все то, что я закрывал, и показывать вам эту схему, как надо ее правильно вставлять, чтобы не было никаких трудностей там при закрывании. Трудностей никаких не должно не быть. Ребята, мне даже, я смотрел некоторые ролики там у Даргаса, там Дивана Скринника, как сделать такие базы. Но у меня ничего не получалось там. Не закрывалось до конца, там ничего. А я потом придумал сделать свою базу. Собственную придумать. Вот я такую и напридумывал. Сам думал, что ж мне сделать такого, чтобы оно закрывалось нормально. То изнутри, то изовне. Это, ребят, ролик для вас. Всем приятного просмотра.